Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем ахахахаха 1, 2, 3, килл. Оуджи Будда, Майот и Слэд Сэвэдж. На самом деле охуевшее трио, и очень интересно, что они покажут, потому что Будда и Майот, ну это понятный дуэт, но тут еще и Слэд Сэвэдж, о котором я узнал совсем недавно, и он очень крутой на самом деле. Вот, он был вроде на альбоме Майота, если я не ошибаюсь. В общем, это должно быть интересно, это должно быть смешно, это должно быть угарно, потому что, ну, вы посмотрите на эту обложку, блять, это ебаный пиздец, что это нахуй? Это просто ебаный ужас. Тем не менее, трек выходил не в пятницу, но попал в пятничную голосовалочку и набрал там 27%. Ссылочка в описании на Телеграм, голосуйте за любимых артистов каждую пятницу, также не забывайте про Twitch, Boosty и Discord, вчера, допустим, у нас вот такая вот, это тот самый, у которого есть фиты с Майотом и фиты с Калугой, именно он. Тут еще и Playboy Carti. Hell Session обложку делать, прошу заметить. Hell Session обложку делал, прошу заметить. Да, это факт. Так, на продакшене у нас, ребята, Punk, но не White. Cash Baby, но не Cash Dummy. И Silant, но не... Все, в пизду, короче. Вот, смотрим. У меня очень большие надежды на этот трек, потому что выглядит он пиздец интересно. Ну, типа, он пиздец выглядит интересно. Поэтому я вот уверен, что это должно быть что-то жесткое, что-то очень смешное или крутое. 18 мая Savage выложил в телеграм-канал кружок со своим партом. Под этим кружком буду оставил комментарий. У нас реально правда, которая является строчкой Savage с этого трека. Через 3 месяца, 19 августа, Будда выложил пост с надписью «Увидимся в нули». Чуть позже он выложил в инстаграме два снипета. Первый со своим партом и партом Майота, а второй с партом Savage с подписью 0000, мой любимый парт, Slide Savage. Окей. Silent. А, я просто не понял, что тут написано. Ну, так, ну, типа, если Silent, типа, тишина, которая, то да. Да заебались со своими вопросами. Анонимный автор задал так называемый вопрос. Иди нахуй просто. Все, мы слушаем. Да вы заебались со своими вопросами. Что это? Что это? Я отключу эту функцию. Какого хуя она есть? Все, слушаем трек. Каждый день побеждаю, 9 мая. У меня в Тюмени крутятся нефтяные деньги, будто я из Дубая. Фиолетовая фанта помогает, она для меня водичка святая. Я пишу третью демку за ночью, мне похуй, я клянусь, я не заебался. Отвечаю, лучше не пизди на меня, ты что не знаешь, рожок мой манагер. Я спал в глубоких водах, наблюдал за игрой, мне похуй, знать проснулся кракен. Я курю блэк, я огромный косой, они подумали, это файл. Уезжаю у белого в каждом треке, он тупо хавает, походу он вафел. Они думают, если я не дропнул в этом месяце, я типа спаял. Челы пытаются повторить, но это неудачно, бро, ты даже не знаешь. Белый покрасился, нацепил на себя паленый рик, но ты даже не вайпер. Белый дал где-то 7 код шел карьере и всех заебал, бля, он даже не файпер. Окей. Послушал твой новый дроп, он не завайбал. Реберок проебался, он потратился. Пока ты отдыхал, знаю, оботрачился. Теперь есть и количество, и качество. Хип-хоп, это мое язычество. Называй меня ваше величество. Ай, мои куперы с глазами мэчатся. Все, что думаю, не вместится в этом тексте. Но я все равно устрою месиво. Каждый день выше месяца. Каждый бар типа лечимся. Каждый год типа бесится. Что мы имеем число, как малышка. Да и все тело, что ты сделал. Я не хочу думать об этом. Может быть, я поделся, как палеты. Деньги летят, а я трачу слепо. Это не лев, не базарь, левый. Оставил след, наступил в это. В игре проблема. Взял твои уши в плен и им зачитал. Ты не заплатил, чувак, я лучше бы знал. Ты меня знаешь, я тебя не знал. Я был пидораса, и теперь ему пизда. Да ну нахуй. Вы хотели от меня, я говорю, Саша. Говорю и про фейсбук, говорю, что правда. У нас реально правда. Ты просто наймасишь. Пизданулочка и нахуя ты глаза красишь. Тебя нашел в Ургенге, ты не улыбался. Доебался до меня, ты до всех доебался. Я реально игру, ты уже наигрался. Денежки я делаю легко, а ты старался. Послушал твой новый дроп, он не завайбил. Реберок проебался, он потратился. Пока ты отдыхал, знаю, оботрачился. Теперь есть и количество, и качество. Бля, есть и количество, и качество, база. Бля, ну слушайте. Но у меня фит с Майотом. И фит с Калугой. И фит теперь с Буддой. Есть такое, друзья? Есть такое теперь?
Бля, ладно, Slut Savage, ну, залетел, скажем так, интересно. Я подумал Руина сначала, но, блядь, в этом есть какой-то свэк. Окей, базар. Я просто привык, ну, типа, вспомнил трек с Майотом, который, бля, ну, там он вообще по-другому звучал. Типа... Что будет бойня после перка в животе? Типа, ну, это было охуенно. А вот он, типа, немножечко вайп такой, знаете. И, бэйби, мы еще на победу. Мир еще модно в льбе. Вот, понимаете, вот такая хуйня. Я завыбился потом Спарта Слета. Вот есть что-то, что-то... Бля, как будто Форан сюда мог залететь, пиздато. Ну ладно. Ладно, базар. Крутые парты. Сильные парты. То есть Буда фирменный. Майот тоже разъебал разнообразием. Своим вот этим, бля, либо сильнейшее просто. Ну и Слет сделал индивидуально. У каждого парта есть определенные фишки. Звучит круто, качественно и... Ну, реально охуенно, хороший трек. Где сильно это? Ну, бро, ну это же имха. Добавляем в общий плейлист или нет? Бля, жрать хочу, пиздец. Одно да, 17 онлайн, одно да, бля, это просто пиздец. Респект, ребята. Респект всем ботам, респект всем, вообще всем респект. Просто респект всем, нахуй. Нет. Ну вообще, вообще. Чё, лазерный у нас, а что у нас добавлено у Буды? У Буды что у нас добавлено? Лазерный Mavericks. А, не, подожди. Да хватит писать мне во время, блядь, этого. Ну вообще похуй нахуй. У нас лазерный добавлен, и все. Ну лазерный, мне кажется, посильнее будет. Ну ладно, похуй, давайте не будем добавлять. Там и у Майота треки посильнее, и у Буды треки посильнее. Но это хороший трек, это крепкий хороший трек. Смак тоже там? Нет, смак мы не добавляли в итоге, вроде как. Да, смак мы не добавляли, вы же задушили смак, смака нет. Да и смак, мне кажется, посильнее. Типа это хороший трек, но это не уровень синглов с Free Rio, реально. Это не лазерный, это не смак. Но это хороший крепкий трек, где каждый себя проявил. Вот и все. Да, как-то так. Спасибо, я в целом кайфанул. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Мы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.